14 обстрелов с начала суток. Таков итог третьего дня пасхального перемирия на Донбассе. Договоренности о прекращении огня боевики нарушают на всех направлениях. По украинским позициям в районе поселка Луганское противник открыл огонь из запрещенных минометов 120-го калибра. В Песках также применяли минометы, а возле Водяного – гранатометы. Из стрелкового оружия враг обстреливал украинских защитников в Авдеевке и Павлополе. Потерь среди наших военных нет.